Здравия, други! У нас радость. Вчера, будучи, пошел в магазин за гвоздями на 250, а тут, смотрю, лежит радость пиромана. Вот. Ну и по случаю отхватил вот такие вещи. Полено длительного горения. Вот такую штуку. Это факел. Называется факел для пикника. А растопка где? И еще растопку. Сейчас найдем. Вон он. Вот. Розжиг для костра. Экстрим. Экстрим розжиг для костра. Сухое средство. Не боится, ничего вообще не боится. Безопасен, удобен в хранении. Идеален для растопки печей и каминов. Вот. И пользуясь случаем, конечно, не мог я пройти мимо и прикупил-то эти все вещи. Во-первых, самому интересно стало, что это, кто это что-то новое придумал, мне неизвестную растопку. Вот оказывается, что никто ничего нового не придумывал, все просто, все банально. Ну и вот, в общем-то, пользуясь случаем, хочу поделиться с вами своей радостью, радостью приобретения вот таких вещей. И начнем мы с факела для пикника. Есть точно такое же место, только в два раза больше. Честно говоря, цены не помню, но все это стоит в пределах 150-200 рублей. Дороже 200 рублей ничего не было. По-моему, полено вот это 170 или это 170. Ну, короче говоря, недорого стоит. Итак, смотрим. Начнем с факела. Факел для пикника поможет приготовить еду, обогреть и осветить лагерь. Откройте упаковку, фольгу не разворачивать. Короче, все предельно ясно и понятно. Факел для пикника представляет из себя вот такой вот брикет, завернутый в фольгу. Казалось бы, что там может быть внутри? Все просто. Парафин. Опилки и парафин. При этом сделано отверстие сбоку и сквозное отверстие сверху. Сделан фитиль. Веревка, пропитанная парафином, ХБшная. Тут вот можно видеть, если отковырять немножко, можно видеть, что там опилки, пропитанные парафином. Вот. По инструкции написано, что поджечь нужно вот этот конец, и он будет полыхать достаточно длительное время. Сейчас попробуем, как раз запалим, и посмотрим, как он горит. Зажигаем фитиль. Ждем полчаса, пока она нахрен разгорится, пока поставим это вот сюда. Дальше тем временем перейдем, то есть я так понимаю, что она сейчас здесь разгорится, и отсюда сверху будет факел просто полыхать, все будет. Сейчас посмотрим, как оно работает. Видно, что дым пошел, тяга есть. Пока посмотрим, что из себя представляет полено длительного горения. Казалось бы, тут что-то тоже написано, сделано, так, предназначено для использования в домашних условиях, на пикнике, в печах, различного типа каминах, открытых очагах. Время горения 50-60 минут, то есть вот это полено будет, должно гореть час. Я подумал, что можно такого напихать, чтобы полено горело час. Ну, пока упаковку можно видеть, что упаковано аккуратненько, красиво. Внутри еще какой-то мешочек. А, здесь, кстати говоря, должна быть инструкция по применению. Это вот она, наверное, и есть. Точно. Инструкция по применению. Не вскрывая упаковки. Подожгите углы пакета. Полено длительного горения горит в течение 45-60 минут. Тут горит. Что-то чадит больше, чем горит. То есть, получается, по инструкции нужно вот эту бумагу зажечь и все, и положить. Что же там внутри? Парафин. Опилки, пропитанные парафином. Видимо, скорее всего, полено должно было быть целиком, но в связи с тем, что изготовители сэкономили на парафине,
Оно разваливается. О. Все, вон какой. Ну, это, в принципе, нам на руку. Конечно, было интересно и непонятно, что там такое. Во. Однако. Она была зажигалка сверху чиркнула. Ну так вот, возвращаемся к полену. Как бы из нашей практики использования подобных вещей мы знаем, что опилки, пропитанные парафином, вполне себе хорошо горят, легко зажигаются и, в общем-то, долгое время горят. Мы такую растопку сами делали. Вот такая штука. Ну, конечно, мы парафина не жалели, у нас все это гораздо гуще был парафин. Гораздо больше отпало, но горит. Вот такая штука. То есть, в принципе, вот эти брикеты, если измельчить, там помельче сделать, какими-то шайбами нарезать или еще чем-то, можно с собой таскать в качестве растопки, что не тухнет. Вот такая штука. Ну и понятно, что поджигать мы это все не будем целиком. Мы это упакуем компактно позже. И будем, наверное, с собой носить в качестве растопки. Вот такая штука. Ну, в общем-то, не очень. О. И третья штука, которая попалась мне на глаза. Розжиг для костра. Сухое средство. Вот. Экстрим. Ну, тут все понятно и так. А тут все гораздо, гораздо интереснее. Мы на самом деле в свое время варили в парафине опилки, туалетную бумагу. Кто-то даже, парни подсказывали, сварить в парафине палочки. Люди пошли дальше. Люди, это, кстати, производство Башкирия, по-моему, Башкортостан, да. Наши комрады из Башкирии пошли дальше. Они сварили в парафине ветошь. Вот такая штука. Ветошь, вареная в парафине. Причем мы уже пробовали. Хорошо очень зажигается от огнива. Да, собственно, сейчас покажу, как она от огнива вспыхивает. Что там, титьки-то и при этом горит достаточно продолжительное время. Место не занимает. Ну, понятно, что как все, что в парафине, загорается хорошо, а и горит долго. О. Ну и плюс у такой растопки в том, что она еще от огнива вспыхивает. Мы уже сегодня пробовали. Сейчас попробуем еще раз. Специально для видео. Специально для вас. Чиркать будем огнивом на вот эту растопку. То есть, ну, тоже применение, в принципе, так понятно. Выбираем вот эту мохнатку, поджигаем, ложим в костер, и там все полыхает. Оригинальное решение для меня, во всяком случае, я такого не видал ни разу, первый раз с таким сталкиваюсь. Так, берем огниво, достаем из НАЗа, а наше огниво. Кстати, обратите внимание, мои ключи от дома, на них НАЗ, а в НАЗе огниво, всегда с собой. Смотрим. Факел горит тем временем. Все. Легким движением руки, легко и непринужденно, эта растопка воспламеняется от огнива. Вот. Ну, вот, собственно, и все, что я хотел вам сегодня показать. Вот такие замечательные вещи. Для тех, кто живет в Кургане, могу сказать, магазин Аруна. Замечательные гвозди на 250. Вот такие гвозди. И разные растопки. Мечта пиромана, можно сказать. Вот. Ну и возвращаясь к свечке напоследок, хочу сказать следующее. Свечка горит.
кстати, она не нагрелась нисколько. Ни свечка, факел. Можно переносить спокойно в руках. Если вы хотите последний раз вскипятить чай, например, в кастрюльке там, или в чайнике, можно сделать какую-нибудь там треногу и поставить вот эту вот штуку как бы на этом огне, вскипятить чай. Ну, собственно, почему так? Потому что парафин при горении выделяется очень много смол, сажи, чаду, и, в общем-то, потом это не отмывается. Ну, можно попробовать, конечно, но я вам сразу могу сказать, что раковина от парафиновой копоти отмывается очень плохо, даже с помощью чистящих средств, поэтому лучше не стоит экспериментировать. Ну и тем не менее, вот таким вот образом факел горит, растопка зажигается, полено длительного горения, просто полено и все. Вот. Ну и на этом все. Всем спасибо. До свидания. Давай. Смертельный номер. Попытка затушить факел для пикника с целью последующего использования. Опа. Ха. А если сюда думать? Ай. О! Потому что пары парафина горят. Смертельный номер дубль 2. Дубль 3. Ha 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 ha